Дагестан присоединился к всероссийской акции «Узнай о своих долгах». Судебные приставы организовали работу пункта, где жители республики могли ознакомиться с суммой своей задолженности и способах ее погашения. Мероприятие актуально для тех, кто в канун праздников намерен выехать за рубеж. При наличии долгов на сумму 10 тысяч рублей и выше выезд из России ограничен. Акция прошла в юридической клинике на базе Северокавказского филиала правовой академии. Данное мероприятие было направлено прежде всего на информирование граждан о нашем сервисе банк данных исполнительных производств, зайдя на которого можно узнавать о своих задолженностях, погашать свои задолженности, в том числе о мобильном приложении. Сейчас основные вопросы – это сохранение прожиточного минимума. Этим гражданам мы рассказываем, каким образом обращаться в службу судебного пристава, как писать заявление. У нас на информационных стендах установлены образцы этих заявлений, как обратиться к судебному приставу-исполнителю о сохранении прожиточного минимума.